Создание и становление любого государственного образования – интереснейший и увлекательнейший процесс, особенно для историков. Чуваши, чьи территории входили в Казанскую, Симбирскую губернии, до революции не имели своей государственности, как и другие народы Поволжья. Все изменилось в 20-е годы. Революционные идеи начали владевать массами на рубеже 19-20 веков. В 1902 году в Алатыре, Цивильске, Чебоксарах, Ядрине возникли первые марксистские кружки. Во время революции 1905 года в Чувашии даже состоялись забастовки рабочих, алатырских паровозоремонтных мастерских, Чебоксарского лесопильного завода Ефремова, восстание крестьян. В 1917 году события стали нарастать как снежный ком. Вооруженные стычки, раскол в армии, переход отдельных формирований на сторону восставших, отречение государя-императора и, наконец, формирование временного правительства. Сведения, известия, они очень быстро распространились по территории всей страны, и Чувашия не стала исключением. Так активная часть городского населения Чувашии, в общем-то, восторженно восприняла весть о революции. Например, Чебоксарская городская дума дважды в начале марта провела заседание, где приветствовала революцию и новое временное правительство. Подобные мероприятия происходили также и в городе Ядрине, в Алатыре, в Цивильске. Однако известны случаи, когда эти известия были встречены довольно тревожно. Так, например, в Ядринском уезде рабочие торгового дома Таланцевых высказали такое соображение, что, возможно, опасна ситуация, когда в стране два правительства, и отправили соответствующее письмо в оба этих органа. В целом же новая власть устанавливалась на территории Чувашии постепенно и плавно, поскольку практически все прежние учреждения и общественные институты были сохранены, за исключением переименования полиции в милицию. В жизни людей тоже ничего особенно не изменилось. В данном документе сосредоточены листы, на которых представлены текст присяги, которую давали жители уезда временному правительству. Подписи представлены с оригинальным текстом. Присягу приносили люди, которые занимали какие-либо должности, то есть представляли официальную власть. Впрочем, говорить о том, что смена власти прошла гладко, не приходится. В Петрограде, Москве, других крупных городах начались перебои с продовольствием. По стране прокатилась волна хлебных бунтов, вызванных введением хлебной монополии. Что такое хлебная монополия? Это специальным постановлением было решено получать весь объем произведенного зерна крестьянами, за исключением той небольшой части, установлены нормы, которая необходима была крестьянам для своего собственного проживания и для дальнейшего посева. И, разумеется, такое положение дел не устраивало, когда большая часть произведенной продукции отдавалась государству, и лишь незначительно оставалось самим производящим, получается, крестьянам. Естественно, проходили на этот счет собрания, высказывались недовольства, были и даже серьезные столкновения, чтобы утихомирить население, вызывались и военные из Казанского гарнизона. Советская власть установилась 30 октября 1917 года в Чебоксарах, затем в Ядрине и Алатыре, к марту 1918 в волостных центрах и селениях. Борьбу за установление новой власти возглавляли группы большевиков, которых к тому времени оказалось немало. Иван Кадыков, Александр Косарев, Илеодор Филиппов и другие. В феврале 1920 года состоялся первый всероссийский съезд коммунистов Чувашии, обсудивший вопрос об организации советской автономии чувашского народа. 24 июня 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет в ЦИК и Совнарком РСФСР об образовании Чувашской автономной области с центром в Чебоксарах. Тогда же был утвержден Ревком, возглавил который Даниил Ильмень. Можно сказать, Октябрьская революция в Чувашии не потребовала много крови. Здесь не расстреливали дворян и купцов. Они благополучно уехали задолго до начала политической бури. Не жгли помещиков, поскольку их и не было. Крестьяне в республике были государственными. Эти самые крестьяне встретили новую власть с радостью и надеждой. И не только крестьяне. В уездных центрах, городах уже было достаточно много образованных людей, настоящих патриотов своей родины, которые искренне боролись не только за социальное благо, но и за духовное возрождение, пробуждение национального самосознания своих земляков. В 1917 году не стало самодержавия и всех ограничительных его норм. Возникло национальное движение, и заводилы тогдашнего национального движения, чувашские эсеры, взяли на вооружение вот эту самую болгарскую теорию в поисках идентичности чувашской.
в Казани, начиная с ноября, в ноябре 17-го, начале 18-го годов, происходили собрания чувашской учащейся молодежи, на которых выступали лидеры чувашских правых эсеров, такие, скажем, как Алюнов, Васильев. И здесь же происходили лекции профессора Казанского университета, профессора Покровского, археолога Смолина, исламоведа-ориенталиста Жузе и других, на которых рассказывалось о происхождении чувашского народа, в том числе о происхождении болгарской теории, значит, там рассказывалось. Эти участники этих собраний была молодая чувашская интеллигенция, затем ставшая чувашской элитой. Вот, скажем, Петр Николаевич Осипов, который часто присутствовал на этих собратьях, он писал, что эти лекции, они будили сознание, они вдохновляли молодежь на работу на благо народной культуры, национальной культуры. Ну, после того, как эсеров не стало, то есть они, левые эсеры, превратились в коммунистов, эти идеи, они запали в их сознание, и на заре уже советской власти, в 20-е годы, есть такие сведения на сессиях областного исполнительного комитета и центрального исполнительного комитета Чувашской республики, поднимался вопрос о происхождении чувашского народа. Причем интеллигенция, творческая интеллигенция, она воспринимала это как возможность, как бы сказать, открыть золотой век в истории чувашского народа, поднять его самосознание. Даже появились идеи, дискутировались идеи о переименовании чувашей в болгар. Сколько мнений звучало в те годы, сколько решений предлагалось. Волго-Камский штат, Татаро-Башкирская республика, другие геополитические новации. Но самыми жизнеспособными оказались предложения чувашского отдела при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. Возглавлял отдел Даниил Семенович Семенов-Ильмень, бывший эсер, журналист, видный к тому времени революционный и политический деятель. Проект, подготовленный Ильменем, лег в основу легендарного декрета в ЦИК и Совнаркома об автономной Чувашской области, подписанного 24 июня 1920 года. В декрете указывалось образовать автономную Чувашскую область как часть РСФСР с административным центром в городе Чебоксары. В состав вновь образованной административно-территориальной автономии вошли Чебоксарский, Цивильский, Ядринский уезды Казанской губернии, часть властей Буинского и Курмышского уездов Симбирской губернии, а также Космодемьянского уезда Казанской губернии. Не совсем то, что предлагалось разработать работчиками. Часть чувашских селений отошла к Татарской ССР. Ну и это было беспрецедентное событие в истории нашего края. Даниил Ильмень стал самым первым руководителем Чувашии. Революционный комитет по созданию области, который он возглавлял, просуществовал до ноября 1920 года. На первом съезде советов Ильмень был избран председателем Чувашского областного исполнительного комитета уже на постоянной основе. Получив автономию, Чувашская область занялась государственным строительством. Необходимо было создать органы власти, выстроить социальную систему. Однако в планы правительства вмешался голод, разразившийся в Чувашии в 1921 году. Трагедия наглядно показала, делать ставку только на сельское хозяйство недальновидно. Поэтому, едва преодолев последствия кризиса, лидеры Чувашии подняли вопрос о создании республики и об усилении ее промышленной мощности. Параллельно государственным строительством занялись и соседи-марийцы, потребовав передать им левобережные территории. И вот в такой ситуации в июне 22 года, как асимметричный ответ на притязание марийцев по отношению к территории Чувашской автономной области, и выдвигается, значит, вопрос о расширении территории Чувашской автономной области с преобразованием в республику за счет территории Симбирской губернии. И не только Симбирской губернии, но и Татарстан и даже Самара, Меликесский уезд. И вот здесь как раз руководители Чувашии вспомнили о предложении Ленина, которое он сделал еще в начале 20-го года, когда обсуждался вопрос о создании Чувашской автономной области, о том, чтобы создать сразу республику с центром в Симбирске. Но на этой встрече, судя по воспоминаниям ее участников, Ильмень отверг этот вариант, обосновывая тем, что... Значит, для этего пока у Чувашии нет условий необходимых, нет кадров, нет, там, скажем, соответствующего потенциала.
Спустя 2 года понюхавшие политического пороху руководители Чувашии уже были готовы решать и кадровые, и многие другие проблемы, однако и в Москве к тому времени кое-что изменилось. Всевозможные консультации, переговоры, переписка, анкетирование, тому подобное тянулись 2 года, а закончились скандалом. В декабре 24 года, вот после работы многочисленных комиссий, НКВД, административной комиссии, состоялось заседание президиума в ЦИК, значит, с участием Калинина, наше предложение о преобразовании в республику и о расширении территории было отвергнуто. Там вообще скандальная ситуация возникла. Калинин, значит, сказал: вопрос ясен. Значит, 2 минуты Рейну и Болдыреву и 2 минуты Томасову. Тогда Томасов был первым секретарем обкома партии. Значит, ну, Рейн сказал, что нет никакой необходимости расширять территорию. Для этого, в общем-то, все отрицательные факторы присутствуют. Томасов возмутился. Что можно сказать за 2 минуты вообще? Значит, у меня сложилось впечатление, что вы даже не знакомы с нашими материалами, потому что к этому заседанию Чувашский обком опубликовал специальную брошюру. На столе у Калинина эта брошюра лежала не раз... Ну, так даже были эти страницы, сами понимаете, как-то они... Но их нужно было разрезать, она не разрезана была. Вот. Это Калинин воспринял как личное оскорбление. Значит, заседание президиума было закрыто, принято было отрицательное постановление. И дополнительный пункт, значит, о том, что Томасов вообще больше не приглашать на эти обсуждения. Это было первое лицо в Чувашии тогда. Однако поднаторевшие в аппаратных играх руководители Чувашии не сдались. Встретившись с целым рядом партийных и советских деятелей, они добились-таки положительного решения вопроса. Чувашскую область преобразовали в автономную республику с присоединением Алаторского уезда, как наиболее развитой к тому времени промышленной зоны. Как писали в учебниках, это дало определенный стимул к дальнейшему развитию. Именно определенный. Остальное чувашским властям пришлось делать самостоятельно. За дело взялись рьяно. Кинохроника конца 20-х годов убедительно это иллюстрирует. На некоторые кадры невозможно смотреть без зависти. Сейчас, век новых технологий и высокоточного оборудования, такую красоту у нас не выпускают. А ведь это делалось вручную. Еще одной кампанией, которой республика может по праву гордиться – ликвидация неграмотности. Через ликбезы прошло около 200 тысяч человек. Создается общество «Долой неграмотность». Руководил обществом сам Михаил Иванович Калинин. И вот на территории регионов Поволжья, в том числе Чувашии, в 20-е годы создается общество, то есть ячейки ОДН, то есть общество «Долой неграмотность». Взрослые, учителя, да и учащиеся старших классов принимали самое активное участие в ликвидации безграмотности населения. Вот о результатах, о масштабах, скажем, деятельности этих обществ, секций и учителей подтверждают и итоги переписи. Если в дореволюционный период чувашское население по уровню грамотности занимало, скажем, ну, мужчины где-то около 18%, уровень грамотности процентов 18% грамотности, а женщин всего где-то 4% только составляло. А вот дальше смотрим, значит, у нас перепись в 26-м году, уже уровень грамотности как взрослого населения, мужского, так и женского, уже до и более 50% достигает. То есть это действительно успех. Трудно переоценить важность этой кампании для общества. С распространением грамотности начала меняться жизнь чувашской глубинки. Люди перестали ходить к знахарям, доверившись медицине. Матери согласились оставлять детей в яслях и детских садах. В устоявшийся за века обиход вошли новые технологии. Собственно, ликвидация безграмотности стала второй революцией. Культурной. В середине 20-х годов в Чувашии было уже около 900 начальных и средних школ, ровно вдвое больше, чем в дореволюционное время. Кроме того, открылись 10 детских домов. Гражданская война, голод и сиротели тысячи маленьких советских граждан. Довольно быстро увеличилась сеть дошкольных учреждений. Только в одном Ядринском уезде было организовано 20 прилично оборудованных детских садов. Понятно, что самым острым в этот период стал кадровый вопрос. Необходимы были профессиональные педагогические работники. В Ядрине, дальше, значит, в Чебоксарах, в Цивильске, в Калинине, то есть педагогические техники, которые в последующем они были преобразованы в педучилища. Ну и поскольку жизнь требовала, настоятельно, скажем так, почему? Потому что в 1934 году был
Ой, указ не скажем, постановление СНК СССР о преподавании гражданской истории, скажем. Вот, и постановление об открытии средних школ. Вот эти постановления и, скажем, заставили, ну, наверное, термин не совсем подходит, открыть непосредственно Чувашии и высшие учебные заведения. Вот таким учебным заведением, первенцем высшего образования у нас в Чувашии стал Чувашский государственный педагогический институт, ныне университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. 30-е годы, довоенный период, так как учителей все-таки не хватало, так ведь? 20-е годы, 30-е готовили только учителей в педтехникум училищах. Стали открываться и учительские институты, на которые давали неполное высшее образование. Учителя получали, так сказать, для работы в среднем звене учителя 5-х, 6-х, 7-х классов, скажем так. Вот у нас был открыт Алатырский учительский институт, чуть позже Канашский учительский институт. Вот они как раз и сыграли важную роль в 7-летнем всеобучье подготовке учителей неполных средних школ. Если просвещение чувашского народа связывают с именем Ивана Яковлева, то обучение жителей советской Чувашии также тесно связано с именами Ивана Кузнецова, Евдокии Николаева-Нерке, Ефрема Чернова. Трудно переоценить их гражданский подвиг. Будучи наркомом просвещения, Ефрем Чернов потратил массу сил и нервов, чтобы в Чувашии открылся первый вуз – педагогический институт. Факультетов первоначально не было. Почему? Потому что факультетский принцип только с 1934 года начинается. Были отделения, общественно-литературное отделение, физико-математический и так далее. Но потом в 1934 году, например, у нас открывается исторический факультет. То есть в связи с открытием, созданием средних школ открытием, то есть необходим стал вопрос подготовки уже учителей для средних школ. То есть специально учителей истории нигде не готовили. Вот начиная с 1934 года у нас на историческом факультете Чувашского госпединститута начали готовить и учителей истории. Кроме того, в крупных вузах страны была введена система брони для студентов из национальных республик. Они принимались на льготных условиях и в обязательном порядке обеспечивались стипендией и местом в общежитии. В случае, если студент отказывался, место сохранялось за национальной автономией. К примеру, в Казани в 1924 году обучалось 237 уроженцев Чувашии. Больше всего по сельскохозяйственной и педагогической специальности. Это и определило профили двух первенцев высшей школы республики – педагогического и сельскохозяйственного институтов. Однако период социально-экономического подъема молодой страны стал черными временами для наиболее просвещенной передовой части общества. В те годы ничего не стоило получить статью за происхождение, за образование, за исповедание каких-либо взглядов или научных теорий. Одним из самых серьезных было обвинение в национализме. Разумеется, в национальных республиках его можно было предъявить многим. Вот и в Чувашии для начала обрушились на делегатов Первого Всечувашского краеведческого съезда и участников празднования 60-летия Симбирской Чувашской школы и 80-летия ее основателя Ивана Яковлева. Их назвали проводниками националистической кулацкой точки зрения и отправили в опалу. Созданная в 1921 году при активном участии первого руководителя Чувашии Даниила Ильмени «Общество изучения местного края», ставшее массовым научно-культурным движением, фактически было разогнано. Самого Ильмени исключили из партии, следом за ним целый ряд государственных и культурных деятелей. Получилось так, что в конце 20-х, начале 30-х годов с национализмом началась жестокая борьба. Многие идеологи тогдашнего движения национального, они были репрессированы, и вместе с ними была репрессирована сама вот эта ни в чем не повинная научная теория. В 1950 году в Москве состоялось совместное заседание Чувашского научно-исследовательского института и отдела истории и философии Академии наук СССР, посвященное происхождению чувашского народа. Так вот, там опять была реанимирована та самая автохтонная теория, что чуваши – это потомки финно-угров, но никакие не волжские болгары. Пришлось ждать исторического момента. И вот в 1953 году закончилась сталинская эпоха. Начался процесс, медленный процесс реабилитации, демократизации жизни, в том числе и в науке. И в 1956 году уже в Чебоксарах состоялась конференция, посвященная происхождению чувашского народа, на которой болгаро-чувашская теория была полностью реанимирована.
значит, и с этого времени она находится в арсенале чувашоведов, историков. Вот такое интересное и насыщенное событиями прошлое досталось нам в наследство. Причем, как вы понимаете, мы успели рассказать об этом бурном времени лишь тезисно. Хотите знать больше? Изучайте историю и постарайтесь оставить в ней свой след.